Ну, как и да, этот Арсенал уже наконец-то придет. Надоело его ждать. Да, иду я. Что ты так нервничаешь? Прекрасно, так ты говоришь, был в этом санатории? Был, был. Тут хорошо. О, вот они вы. Ну, вам надо пройти небольшой тест на здоровье. Вот так. А что за тест? А что так больно сразу-то? Это тест, потому что если человек не чувствует боль, то он на грани жизни и смерти. Ходите в палату номер 4. Что это за палата? Неплохо. Какую кровать нам выбрать? Я выберу... Ой. Самую дальнюю. Кайф. А я вот эту. Вау. О, ребят, привет. Как вас зовут? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг. Ну-ну-ну, материться нехорошо. Это был не мат. Однако, если вы сейчас же не уйдете, то ват вам будет. Ладно, без шуток. Меня зовут Джерри. А это мой друг. Стой! Я не хочу, чтобы они знали мое имя. Ну, короче, его зовут Карри. Джерри, да я же просил. Что это у тебя с голосом? Это не твоего ума дело. Значит, мое место будет здесь. Еще кого-то нету. Итак, поразговаривайте больше, сейчас у нас тихий час. О, ребят, всем привет. Я Роберт. Ну вот, наконец-то, тут хоть один нормальный чел. И еще не забудьте, сейчас мы идем мыться. Один человек, пусть идет. Хотя нет, по два человека. Я давно не мылся, пойду. Я тоже давно не мылся, я тоже пойду. Итак, сейчас будем мыться. A few moments later. Итак, пора вставать. Все вставайте. Кто через минуту всех жду в игровой. Кто через минуту не явится, тот лох. Ах ты ж, ё-моё, я в душе заснул. Ну я ж не лох. Но одеваться будет долго. О, good idea. Итак, всем здравствуйте. Я ваш воспитатель Галина Артуровна. И... Сейчас мы с вами познакомимся. Фух, я успел. Ура! Итак, значит, Мантоки Реннер. Это я. Дальше Арсенал Федоров. Я, да. Джерри. Да, я Джерри. И Карри. Я. Роберт Бибров. Да, это я. Вот ты ж, блин. Пойду. А также у нас есть приезжий из Майнкрафта. Стив. Пори. Ютубер Компот. И Эль Чил. Ну что, запишем коллаборацию. Можете выйти в фойе, можете остаться здесь. Ладно, Карри, пойдем поиграем в Roblox. Да-да! Скелет! Да что тут страшного-то? Это же просто скелет. Сейчас я у него оружие отберу, уж больно оно хорошо.
Помогите, на меня напал окаянный скелет! Роберт, да... Стой! Отпусти! Это отцовская вещь, я не твою! Вставай на свое место! Хорошо. Зачем? Зачем его сюда поставили? А зачем ты трогал пистолет? Ну, интересно было, все, я уезжаю. Я не люблю эту мистику. И у меня живот болит, рана. Залатайте. Что там с Робертом? Мантоки, не отвлекайся от партии. Да-да, точно. Значит, шах и мат. А что так быстро-то? Хочешь реванш? Да ну, не, я лучше в стендов пойду, в холле поиграю. Так, стендов. Итак, сейчас у нас по плану на ночь сок. Идите в столовую и чистите зубы. Фу, невкусный сок. Ладно, сейчас будем уже ложиться спать. Хотя... Сейчас вот столько времени. Интересно, а где Роберт? Его сегодня ранил скелет. Его отвезли в изолятор. Да блин, не хочу оставаться наедине с вами. Хорошо, что хоть арсенал есть. Так как никто не будет контролировать меня, всю ночь буду играть в... Брал Старс, во ФНАФ, в Балди, во все. У меня забот нету. Соответственно, могу играть целую ночь. Ну а что, все приготовились ко сну? Да! Отлично! Сдаем телефоны. Что? Все сдавайте телефоны. На ночь мы их забираем. Дядь Паша, ну, я против. Почему вы так не любите телефоны? А ну, давай сюда. Я жду. Да. Ах ты, сквернослов. Ну за что? За то, что плохо разговариваешь. Спокойной ночи.